В Десногорске торжественный вечер прошел 13 марта в Центре культуры и молодежной политики. Присутствующие – те, кто считает своим долгом чтить и помнить историю и героев Родины. Среди почетных гостей – представители городских организаций, местной и региональной власти. Цена победы – это 27 миллионов жизней. Надо передавать поколение с поколения, надо это помнить. Оставаясь частью истории, события 41-45 годов навсегда заняли место в сердце каждого патриота России. Одним из современных символов победы стала юбилейная медаль «75 лет победы в Великой Отечественной войне». Указом президента России Владимира Путина награда присуждается тем, кто стал участником кровопролитной и судьбоносной войны – фронтовикам, труженикам тыла, узникам концлагерей. Очень трогательно и почетно сегодня находиться здесь, в этом зале. Я счастлива и горда тем, что я имею возможность лично посмотреть в глаза этим людям. В Десногорске проживает 27 ветеранов. Каждый из них внес свой вклад в защиту Родины и в светлое мирное будущее своих потомков. Юбилейная медаль – символ благодарности им и символ памяти, которая навсегда останется в истории не только России, но и мира. Я считаю, что труженики тыла сделали очень тяжелый труд, который, в принципе, помог нашей армии справиться со страшным врагом. Юбилейные награды Российской Федерации десногорские ветераны получили из рук главы города Андрея Шубина, депутата Смоленской областной думы Михаила Лосенко и председателя Десногорского совета ветеранов Игоря Журавлева. Таким образом, год памяти и славы в Десногорске был официально и торжественно открыт. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ.